Гандболистка тольяттинской «Лада» Ольга Фомина удостоилась спортивного звания «Мастер спорта России международного класса». В большом гандболе Ольга находится с 2003 года, когда она под девичьей фамилией Черноиваненко дебютировала в Суперлиге в тольяттинской дублирующей команде «Лада-2». Через три сезона талантливая спортсменка провела свои первые игры за «Ладу», в составе которой впоследствии стала чемпионкой России и двукратной победительницей Еврокубка. В Тольятти выберут лучшую концепцию парка центрального района. До 23 ноября принимают заявки на участие в конкурсе на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории парка. В администрации города сообщили, что открытый конкурс призван привлечь дизайнеров и архитекторов со всей страны. Важно, чтобы участники предложили современные решения по обустройству пространства, освещению, озеленению, обновлению прогулочных дорожек. Также нужны зоны для досуга детей, современные площадки для молодежи, места встреч и общения для пожилых людей. Разумеется, важно на этой территории обеспечить и доступную среду для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Победители, которые займут в этом конкурсе первое, второе и третье места, получат денежные вознаграждения в размере 300, 100 и 50 тысяч рублей. Вопросы можно задать по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Новая спортивная площадка открылась в детском саду «Веточка». Установить комплекс игрового и развивающего оборудования помогла корпорация «Тольятти Азот». На месте события работала съемочная группа «Тольятти-24». Подробности в ближайших выпусках программы «Новости Тольятти».